Это могила участника Великой Отечественной войны. Совсем скоро она, как и многие другие, преобразится и приобретет совершенно иной вид. В преддверии Пасхи и Дня Победы заброшенные захоронения ветеранов облагораживают осужденные без изоляции от общества белгородцы. Все они состоят на учете в региональном УФСИН. Работают в темпе, пилят деревья, убирают траву и сорняки, выносят мусор. Потому что это доброе и нужное дело. Наши воины сражались за нас, за наше светлое будущее. И для нас это большая честь. Акция по уборке могил ветеранов организована по инициативе регионального УФСИН и Белгородской митрополии. Мы тогда с 2020 года начали проводить эти акции, убирать на могилах. Это огромное значение имеет для патриотического и для духовного воспитания на этих могилках. Людям рассказываем о подвиге, который совершили ветераны. Многие становятся на путь истины. В большинстве случаев могила остается заброшенной по объективным причинам. Не осталось живых родственников, которые могли бы за ней ухаживать. Или же они находятся в преклонном возрасте и физически не могут обеспечить должный уход за местом захоронения. Мы восполняем этот пробел, который сегодня есть. И тем самым мы даем людям то, что ничто не забыто, и никто не забыт. Пришли вот ребята, кто-то оказался в сложной ситуации, но попадая вот в эти места, человек немножко по-другому оценивает свою жизнь, свои поступки. Осужденные добровольно изъявляют желание принять участие в этих акциях. Всегда они на них ходят, посещают, что положительно сказывается на их трудолюбии, на их поведении в обществе. В завершение патриотической акции священник вместе с осужденными и сотрудниками УФСИН отслужил панихиду по всем усопшим защитникам Отечества. Помилуй, Господи, помилуй, милости Божией, царство. Денис Тримаусов, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.